Всем привет, с вами Прия. Открыто у меня сейчас два окна, и вы такие думаете, о чем же речь пойдет, о легендарках или об алхимии? Алхимия интересует меня чуточку больше, конкретно в текущий момент времени. Итак, давайте откроем вкладки «Неизучено» и посмотрим, что у нас требуется для наших поушенов, которые мы крафтили и пользовались, скажем так, ими весь легион. Те алхимики, которые долго занимаются своей профессией и весьма долго крафтят различные зелья, сразу заметят, что потребляемые реагенты уменьшились вдвое. То есть, если сейчас на зелье Древней войны, открывая живую версию игры, сейчас, если я смогу это реализовать, это будет реально классно. Сейчас это мы на ПТРе находимся, откроем живую версию игры. Вот, собственно, ну, видите, да, что происходит? То есть, до обновления 7.2 те поушены, которые требуют в своем крафте звездную розу, по сравнению с 7.2, стоят в два раза дороже. Вот так вот. Тут видите, да, зелье небесной поступи. 4 розы, да, допустим. Что бы еще такого чекнуть интересного, пока мы на живой версии находимся. Ну, типа вот так вот, да? А когда мы переходим на тестовую версию игры, где уже установлен патч 7.2, и пролистаем абсолютно так же, то мы увидим, что за место двух звездных роз требуется одна, а за место четырех других видов травок требуется всего лишь по две. Зелье маны и лечебное зелье вроде бы как без изменений. И какие-либо другие, в принципе, аналогично. Фласки, то есть настои, остались также в плане крафта 7 розы и по 10 других травок. Сейчас мы это проверим. Откроем живую версию игры. Самое главное тут не запутаться, где живая версия игры, а где тестовая. Ага, и все. И оно начало пропадать, потому что все очень классно. Все очень классно у меня настроено, называется. В общем, такие вот новости. То есть, к чему это? Если у вас сейчас до кучи реагентов каких-либо... Я не знаю, это, то есть, нужно понимать рынок. Рынок алхимии, заниматься аукционом. Увы, в Легионе я не занимаюсь этим. Мне это не особо интересно. ПВЕ как-то для меня больше по душе. Но если у вас конкретно сейчас до кучи реагентов, попробуйте посливать крафты сейчас. По крайней мере, сейчас они в два раза дороже. Когда выйдет патч 7.2, пройдет чуть-чуть какое-то время, эти крафты подешевеют примерно ровно в два раза. Думайте, думайте, когда продавать выгоднее. Если же у вас есть какие-то мысли по этому поводу, может у вас как-то наклонности к экономике конкретно в Легионе побольше, чем у меня, то рассуждайте, пишите в комментариях, я прислушаюсь к вам. Может, сам какие реагенты посливаю, а то травы надропалось, надо бы реализовать ее куда-нибудь хотя бы. Почему бы и нет? Ай, ладно, побольше вам различных мобов, которые вылазят при сборе травы этих самых, как они называются. Три звездочки, чтобы вы имели при сборе травничества. Ну, это реально классно, все-таки реагентов больше будете получать. Ну и проков, потов, разумеется, куда же без них. Всего вам хорошего, до скорого.